Пацаны, последний круг остался. Это что было? Это кто такой вообще? Пацаны, походу, это наш подписчик, который смог взять и нажать кнопочку подписаться. Теперь понятно, почему он такой крутой? Всем привет, меня зовут Вата4, Кобяков Глент. И сегодня, пацаны, у нас будет гоночный ролик. Сегодня будет все, что связано с гонками, скоростью, дрифтом и, самое главное, соревновательным духом. В общем, будет много раундов, будет много способов передвижения, будут бэби-кары, дрифт-кары, гироскутеры и много всего интересного. Но знаете, чем мне нравится этот ролик? Вы только посмотрите на трассу, которая у нас есть. И это только первый раунд. Трасса каждый раз будет меняться. Также, ребят, чтобы было все честно, не читерили, не нарушали правила. Да, пацаны. У нас сегодня будет судья Серега. Если хоть кто-то нарушит правила хотя бы на сантиметр, я даю желтую карточку. Если на два, то красную. Не, ну Кобяков, ты сам понимаешь, нам пришлось судью нанять, чтобы мы могли с тобой нормально играть. В общем, ребята, сегодняшний ролик обещает быть супер эпичным, но давайте, пацаны, уже начинать его. Пацаны, выбираем бэби-кар. Мне вот этот вот нравится. Блин, так нравится красный цвет. У меня выбора не осталось, поэтому у меня такой вот зелененький. Судья, объясни правила сегодняшнего раунда. Отсюда вы стартуете. Здесь пацаны должны набрать себе 70 очков. На следующем этапе им нужно выбить все три банки. А третий этап – задняя парковка. И последний этап – это конусы, которые нужно объезжать вот так вот. Касание конуса плюс 5 секунд. И финиш. Это только первый раунд. Нужно набрать как можно больше побед во всех раундах, чтобы стать победителем в этом ролике. На старт! Внимание, марш! Желтая карточка Кобякову. А мне за что? Желтая карточка за то, что развязал шнурки сопернику. 5 секунд, ожидаем. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Я под номером 1. Мой второй. Ха-ха, Кобяков на третьем. Мимо. О, 30. 100 баллов! Нет. Молоко. В смысле молоко? Ты пятерку попал. 100 баллов, 100 баллов. Глент, дарю, дарю. 1 балл. Двигаюсь к нерфу. Так, как развернуться назад? Во что я попал, во что я попал? 130! Блин, зад еду. 130 баллов. 70, все. Так, я погнал, первый выстрел. Есть. Блин. Так, пульки закончились. Так, спасибо. У меня тоже пульки закончились. Товарищ судья. Это Кобяков творит? Да. Кобяков, ты чё? У меня пульки закончились. Не давайте ему пулька. Есть! Что? Пацаны, ну! Да! Припарковаться за нам. Да! Что? Блин, пацаны, ну пожалуйста, не бросайте меня. Нужно припарковаться задом. Оп! Итак, судья. Засчитано. Едем дальше. Да блин, да что ж такое? Сейчас нужно запарковаться задом. Я даже прицел не поднял. Дальше нужно проехать все стойки. Засчитано, едем дальше. Блин, они там уже очень далеко. Догоняем А4. Так, и все, финишная прямая. Кобяков! Так, нормально, я его зажал. Пацаны уже на финише. Он меня не сможет обогнать. Судья. Красная карточка. Кобякову. 1 минута пауза. У Кобякова минута заморозки. Есть! Финиш! Время пошло, Глент, я засек. Это вообще несправедливо. Почему минута? Откуда минута взялась? У меня просто ноги не влазят в мой бэби-кар. Я вот просто ехал и зацепил его случайно. Ну ты косой. Чуть-чуть. Кобяков, я иду к тебе. 25 секунд. Защитно. 10. Давай. Ай, задел. Задел. 4, минус 5. 3, 2, 1, 0. Блин, Кобяков. Вы поняли? Если читеришь, тебя могут заморозить на минуту. Пацаны, как вам раунд? Довольно-таки веселый, активный, смешной и очень замороченный. Переходим в следующий раунд. К
Кстати, пацаны, насчет дисквалификаций. Прихожу сегодня на ангар. Подхожу к оператору, а он смотрит последний видос. Я смотрю в экран, и знаете что? Он был не подписан на канал. Оператор, который снял нам все видосы. Как? Я не понимаю. А, вот почему у нас новый оператор сегодня. Привет, братан. Здорово. Ты подписан? Молодец. Ребят, вы понимаете, насколько важно быть подписанным на канал? Подписывайтесь на канал. Ладно, все, я думаю, подписчики сразу все сообразили, поняли, о чем идет речь. Проверьте, пожалуйста, кнопочку подписаться. Если вы забыли, как она выглядит вот так. Да, она вот так вот, она у вас есть. Она у тебя вот такая вот, горит там, внизу. И нужно на нее нажать. Молодец. В этом раунде нам сказали, нас ждет опасность. Я к этому готов. Ребята, я обещаю, в этом раунде я ни разу не нажму на тормоз. Ребята, сейчас будет очень опасная гонка, и если я не выживу, завещаю своих подписчиков Гленту. Пацаны, это как вообще? Ребят, ну мы же профессиональные гонщики, как это вот... Да-да, вам придется на этих малышках разогнаться до невозможной скоростей. Вас ждет драг-рейсинг под открытым небом. Драг-рейсинг — это в НФСке, когда ты должен максимально быстро тупо по прямой лететь. Да. Кто первым пересечет финишную черту, победил. Так, я выбираю зеленый цвет. Я синий. А я красный. Да блин, почему ты выбираешь красный всегда? Пускай подписчики угадывают в комментариях. На старт! Внимание! Марш! О, вот на скорость! Я с ветерком лечу! Главное понять технику. Как дела, Володь? Плохо. Мы вообще-то профессиональные гонщики. Глент, я не понял. Ребята, я уже на финишной прямой. О, каждое такое движение очень сложно дается. И финиш! Первое место за Глентом. Пацаны. Рефери. Пацаны. Желтая, мне кажется, это красная карта. 5 секунд, 5 секунд стоит на месте. Раз, два, три, четыре, пять. Оп! Итак, плата 4. Все, я пересекаю красную линию. Да! Второе место занимает Влад А4. Очень интересный раунд. Над нами А4 Production немножечко посмеялся. Но, надеюсь, следующий раунд будет на высоких скоростях. Пацаны, это несправедливо. Ты загораешь? Загорай. Идем дальше. Итак, новый этап, новый транспорт. Это гироскутеры. Угу. И что будем делать? Объясняю один раз. Встаем на эти гироскутеры, проезжаем через эти формы, не задев их. Если задеваем, то получаем 5 штрафных секунд. У вас будет один круг, и кто проедет за лучшее время, побеждает. Все понятно? Давайте я начну, я уже на гироскутере, в принципе, готов. Все понял, да? 9 форм, если задеваешь хотя бы одну, 5 секунд. У кого время самое маленькое на финише, тот и победил. Без проблем. Ну что, Глен, готов? Конечно. Товарищ судья. 3, 2, 1, погнал. Итак. Сильно смотрим. Опа, задел. Плюс 5 секунд. Так, как здесь поступим? Задел, опять. Да, чуть-чуть. Плюс еще 5 секунд. Так, тут получается... А, не получается вот так. Давай. И все, и тело. И проехал, красавчик. О, это очень тяжело. Так, здесь вроде изи, давай. Проехал нормально. О, на корточках. О! Но это не он, это петличка. Блин, ребята, если честно, это очень тяжело. Кельвин Кляйн, трусики. Эй! Трусики не смотрим. Прошел. Давай. Ну тут вообще легко. Посмотри, какая большая форма. Это тебе так кажется. Вот сам попробуешь, обалдеешь. Чуть-чуть задел здесь. Плюс еще 5 секунд. Так, здесь просто делаем вот так. И проехал. Чистенько. Ну что ж, хоть это и финальная форма, мы не спешим. 5 секунд. Все, финиш! Финиш, давай, финишируй! Финишировал! Итак, итоговое время
3 минуты 11 секунд плюс 20 секунд. 3 минуты 31 секунда. Капец, я 3 минуты ехал. Казалось, минуту. Ну что, пацаны, мне очень не терпится попробовать. Засекайте мое время. Я вот так еще сделаю на всякий случай, потому что майка... Читер. Майка широкая. А это что? А это очень широкие штаны. Главное, ничего не задеть. Угу, понятно. Не буду показывать пальцем, кто там. Читер сейчас. Все абсолютно по правилам. Посмотри, ну... Все, это капец. Ты вот постоянно майкой все задевал. Все, я готов. Как говорится, укомплектован максимально. Давайте. Ну что, готов? Да. Итак, судья. На счет 3. 3, 2, 1. Пока. Да. Я тебя поддерживаю. Опа, опа, ну начинается. Опа! Задел. 5 секунд. Нормально, все равно иду хорошо. Так, здесь вот так можно проехать. Прошел. Прошел? Ну, короче, мне кажется, не обязательно прям соблюдать формы, потому что, ну, блин, очень это тяжело. А так вот. Да? Так, ну тут чуть-чуть задел. Плюс 5 секунд. Тут еще плюс 5 секунд. Вот здесь уже начинаются легкие формы. Здесь просто берем и... Все, я в тупике. Прошел, идеально. Есть. Просто идеально. Так, здесь вот просто... Задел тоже. Задел? Задел и головой, и гироскутером, и всем задел. Плюс 5 секунд. Так, здесь, мне кажется, будет отличная поза Супермена. О! Прокатило. Ой, ну здесь посмотрите, ну здесь вообще любой залезет. Отлично. Капец. Последний здесь тоже, я думаю, это изи детский садик. Я уже даже не знаю, кого енотиком называть. Не, ну смотри, вроде все по правилам. Правильно говорю? Ну нет, да. Все по правилам. Все по правилам. Все по правилам. По-моему, судья не сказал, что тут что-то тут обязательно тут что-то формочки набирать. Плюс судья желтые карточки не раздает, поэтому все хорошо. Все по правилам. Все по правилам. Yeah. Финиш! Итак, финальное время вместе с добавленными секундами 2 минуты 25 секунд. Ну что, Глентик, на минуточку, получается, я раньше прошел. На минуточку, получается, раньше. Пацаны, просто я еще не начинал. Окей, погнали. Ну что, пацаны, у вас нету шансов, потому что у меня есть особенная тактика, которую я сейчас применю. Что еще может быть круче, чем моя тактика? Ты сейчас все увидишь. Судья. Так, готов, Кобяков? Конечно, готов. На счет 3. Что-то задумал этот енот. 3, 2, 1, поехали. Плюс 5. Кобяков. Плюс 5. 5. Еще 15. 20! 25! 30! 35! Ты чё, Кобяков? 40! 45! Время, судья! Итак, ехал за 50 секунд плюс 45 секунд. Итого... Минута 35. И у меня первое место! Не, ну правилами не запрещено. Сказали, что так, за каждую сбитую форму смотрите, просто плюс 5 секунд. Давайте попробуем спросим у судьи. Он тут главный. Судья? Да, я забыл внести такую поправочку, поэтому Кобяков победил. Что, простите? И подписчики, ну вы как бы судья судьей, но за вами, конечно, последнее слово. Напишите, как вы считаете, кто в этом раунде действительно победил. Глент, я или Кобяков? Но судья сказал Кобяков. Ладно, ребят, мы переходим в следующий раунд. Я в этом раунде выиграл, но надеюсь, вам повезет следующий. Итак, сейчас нас ждет раунд с футболом. Объясняю. У всех есть 10 минут на одну игру. Задача – забить как можно больше голов за эти 10 минут. Кто забивает больше, тот и победил. Я буду следить за правилами. За эту красную линию заезжать нельзя. Кто заедет, получает 30 секунд штрафных. Также нельзя цеплять друг друга, толкать или пинать. Кто нарушает правила, получает 1 минуту штрафа. Красная карточка. Все понятно? Да, давай мяч. Да, капитан. А вратаря не будет? Не будет. Засекаем 10 минут. 3, 2... Так, так. Я не могу... Мне кажется, за задержку мяча тоже можно 30 секунд штрафа дать. Я не могу выехать. Спокойно, спокойно. Ой, потерял мяч! Потерял мяч. Все. Так, спокойно. О, пошел. Так. Один. Гол. Я.
Красную, давай! Давай сюда, Кобяков рукой решил сыграть! За руку во всех футболах даем красную! Уходи! Капец, вот это, конечно, наглёж! Как? Да, 2-0-0, пацаны! Вышел! Товарищ судья, ну... Спасибо. Пацаны, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Алло! Мы за минуту с Глентом не смогли забить ни одного гола. Да, Кобяков только сам себе в лицо может гол забить. Жесть. 2, 1, 0. У Глента 0? Да. У меня пока что 0 голов, ребята, к сожалению. Почему ты ему не мешаешь? Ну как, я не мог зайти в синий квадрат. Вот ты зашел. Да что, дай мне мяч. Еще вне игры. Это вне игры. Отдай мяч. Какой? Отдай мяч. Нет мяча. Влад, отдай мяч. Алло. Что, я ничего? Судья, товарищ судья. Кто судья? Блин. Нет! Да! Блин! О, продолжаем игру. Опа! Опа, обхожу соперников, обхожу одного, обхожу второго, торможу, выхожу за грани. Резкий поворот направо, налево, обхожу противников и еще обхожу противников, еще дальше, а потом торможу, а потом обхожу. Оказался в нужном месте в нужное время. Я знал, что моя тактика стоять в коловорот и ждать сработает. Алло! Судья! Товарищ судья! Мне? Он мне шнурки развязал, это вообще нечестно. Одна минута штраф. Пожалуйста, блин. 5, 4, 3, 2, 1. По итогу этого матча у нас Глент занимает 3-е место. Но у нас ничья между Кобяковым и Владом А4. Я назначаю пенальти, завершающий этап. Участникам предстоит забить всего 1 гол. Кто из них забивает, тот и выигрывает. В этом раунде нужно забить в дрифте. Я первый. Давай. Первый. Итак, Влад. Набираю скорость. Набираю. И... Ну! А, блин, ну это не самый Кобяков, сильный удар. У тебя есть все шансы. Если ты прямо сейчас заколачиваешь мяч в ворота, ты победил. Я готов. Подожду, я думаю, что Кобякова с первого раза не получится. Реально, мне прям интересно, чем закончится такая схватка. Так, Кобяков набирает скорость. Нет! Кобяков, ты даешь шансы А4. Итак, вторая моя попытка, но во второй раз точно забиваю, смотрите. 100%. Итак, Влад А4 набирает скорость, он прям реально взялся за дело. Блин, промазал, окей. На второй круг. Так, но мяч он не тронул, поэтому он может сделать второй круг. Вот сейчас. Итак. Да! У Кобякова есть шанс отыграться. Если он сейчас, прямо сейчас забивает гол, игра продолжается. Влад А4 победил! Победитель выявлен! Я победил по пеналям! Видели, как я в дрифте? Ну, конечно, удар не пушка получился, но зато попал. Поздравляю! Спасибо, пацаны! Проиграл! Итак, первое место заслуживает Влад А4, второе Кобяков и третье Глент. Переходим в следующий этап.
Пацаны, а что это такое? Что это за банкоматы какие-то? И там, смотрите, тоже есть. Так, у нас здесь есть ответ. О! Судья, привет, здравствуйте. Привет. Чтобы пройти в следующий раунд, вам нужно оплатить парковку. Но не монетами, а пиццами. У вас есть 5 пицц, замороженных в форме диска. Садитесь на тачку, берете пиццу, едете, бросаете. И если не попадаете, возвращаетесь за еще одну пиццу. Кто первый попадет 3 раза, тот и чемпион. Ну, все понятно. Я выбираю... Не, я беру красный терминал. Интересно, почему красный это всегда выбирает? Пускай напишут в комментариях. Ну, а я остаюсь здесь. На старт! Внимание! Март! Я чувствую разгон! Блин! Понятно. Лен тоже не попал, никто не попал. Едем за второй. Быстро. Да дурацкая пицца, открывай. А у меня уже все готово. Гоним, 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 валим, валим. Так, бросок. Стоп. Блин. Да блин. Собраться, собраться. Ну, доставщик с меня так себе. Третья попытка, а я обязан попасть. Профессионально. Все, главное не спешить. Я понял правила игры. Бросок. Ну, понятно. Главное не спешить. Блин, я опять промазал. Да ё-моё! Вдох, выдох. Да. Две попытки, я впереди. Ну, хоть один раз, хоть один раз. Паркуемся. Да блин, не дурацкая пицца. Третья пицца. Нужно заканчивать. Раз, два. Моя очередь. О, попал! Я попал! Смотри, я делаю это красиво. Да! Третья пицца. Попал! Да! Вторая! Сейчас я помешаю Владу А4. Ты че? О, судья. Мне? Минус одна пицца. Блин, пацаны, у меня уже 3 пиццы, но так как мне дали желтую карточку, мне нужно еще одной попасть. Ну... Это мой третий бросок. Козлы! Попадешь или нет? Нет! Это тоже мой третий бросок. Глент, если мы попадем, мы выиграем эту игру. Попал! И теперь я... Да! Вопрос есть? Да. Какой? Какой? Почему 40% смотрит нас без подписки? Только подписчики знают ответ на этот вопрос. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Ну, ребят, только вы можете это исправить. Под роликом есть красная кнопочка подписаться. Нажимайте на нее, пожалуйста. Она внизу. А мы двигаемся дальше. Кто победил? Мы с Глентом. Мы. Финишировали вы вместе, но победитель один. Первым забросил Глент. Второе, Влад А4 и Кобяков третье место. Это был очень веселый раунд. Надеюсь, вам он понравился, а мы идем дальше. Итак, это финальный раунд. Рыцарская погоня. За каждым участником прикреплено 5 шаров. Это 5 жизней. У кого первого выбывают 5 жизней, тот занимает третье место. У каждого участника также есть эти мечи, на которых есть острые концы, которыми они будут лопать шары соперника. Посмотрим, как поведут себя участники в этой схватке на выживание. Итак, кто первый выбывает, уходит с поля. Всем ясно? Да. 3, 2, 1, поехали. Кобяков раньше начал ехать. Я не подпущу пацанов к себе. Свали, Кобяков. Все, я не трогаю себя. Не надо, Игорь. Я дикарь, отойдите от меня. Зажали демоны. Это мой? Да. Блин, это мой! Минус шарик Глента. Кобяков, ну Глент такой же ему. Со спины. Уходи от моих шаров! Не, вижу шарики. Так. Шарики. Давай на Глента. Эй, слышишь, ты чё? Я не буду тебя трогать, давай на Глента. Лопай его, лопай его. Безумно можно быть. Блин, не получилось. Он не лопается лопать. У него. Уходи от меня. Уходи, я за тебя. Нет! Не трогайте мои шарики. Блин, лопнули. У каждого пока что по 4 жизни. У тебя последний. Блин. Чё,
Кобяков выбыл. Привет, Влад. Стой, стой. Давай разъедемся по разным углам. Зачем? Нет, Влад. Стой, пожалуйста. Давай договоримся. Прошу тебя. Подожди, стой. Послушай меня. Давай разъедемся и начнем заново. Просто как, ну, как друзья. Видите, подписчики, он подлизывается и поставил меня перед вами в неудобное положение. Ну, если конечно, мы... Глент, иди. Я же не козел. Спасибо. Итак, решающий раунд. Я жду Глентом и Владом А4. Ребята, поехали. Что, ребята, я думаю, что у меня есть небольшое преимущество. Офигеть, какой настырный. Нахал. Уходи. А, здорово. Отстань. Нет, малыши! Как в Ведьмаке. Не лопается! Не он лоп... не лопается! Есть! Все! Ультракил! Ультракил! Кто здесь папа? По итогам этого раунда победил Глент. Второе место занял А4. Ну и, конечно же, как обычно, Кобяков последнее место. Все верно. Итак, переходим в подсчет очков. Итак, третье место занимает Влад Кобяков. Понятно. И получает бронзовую медаль. Ну, здесь, по крайней мере, не страшно стоять. Везде найдет плюс. Поздравляю. Спасибо. Второе место занимает Влад Глент. Чего? Иди, иди, иди. Чего? Иди. И получает серебряную медаль. Спасибо большое. И первое место занимает Влад А4. Ура! Где радость на ваших глазах? Где радость нету на ваших глазах? Нету радости, нету радости. Ну, подержи, пожалуйста. Давай. Я что хочу сказать, я не знаю, как считались баллы, но я очень рад этой победе. Пишите, ребята, кто вам понравился больше всех в этой игре, какой раунд вам понравился больше всего в нашем ролике. Но мы были рады постараться для вас. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент Кобяков. Всем пока-пока.